раздают здесь на черные пояса. Не запутайте тетю Лену. Возновид взял номеров. Так вот скромно у нас номер идет раздача себе номеров. Так. Завтрашним участникам Q-теста и дантеста. Ну, смотрим. Кто-то готовится уже, полирует свои навыки в ката и нано техники, чтобы доработать и завтра блеснуть во всей своей красе. Ну, в зале, скажу так честно, свежо. Кутес Дантес. Сейчас идет на спихон. Правда.
Закончилась первая часть Q-теста Дантеста. Сейчас все идут на перерыв покушать. И после обеда начнутся у нас, начнется физо и начнутся поединки кумите. Дошло время физухи. После обеда, конечно, это намного тяжелее дается, но в любом случае нужно показать свою физическую подготовку, выносливость. Последний порыв. Нужно показать свое стремление, показать свою выносливость. Сенсеи готовы уже к боям. Ждут, когда прогреются бойцы. Ач! Кю!
готовятся бойцы Кумете. Вот у нас главный обкатывальщик сезона. Главный помощник. Помощник. Готовятся у нас сенсеи. Будут сейчас рвать претендентов. Особенно на черные пояса. Конечно, мастерский пояс, его нужно заслужить, его нужно выгрести через боль, через пот, через усталость, проявляя силу воли, характер. И все это для того, чтобы показать истинный кикушин. Я прав? Ус! Ус! Все, кульминация Q-теста дан-теста. В данном случае у нас сдают ребята на первый дан, второй дан и на третий дан. Сейчас начнется основная обкатка. Как вы видите, в строю у нас и Алехандро Наварро, и свежие черные пояса сэмпай и сенсей, которые будут сейчас ассистировать, помогать максимально проявить свои возможности, проявить свои таланты, проявить свои навыки. Будем смотреть. Так вот проходит дан-тест, кью-тест. Не каждый день увидишь, когда дерутся сенсеи мирового уровня, когда дерутся шихан. Но бои продолжаются. Каждый поединок может быть для любого спортсмена последним, потому что здесь никто жалеть вас не будет. Будут работать, и вы должны будете работать, показать то, что вы можете и достойны быть, и носить черный пояс, как минимум первый дан. И ведь на самом деле это только начало.
начало пути. Такие вот у нас сенсеи, шиханы, действующие рабочие, никакой жалости к себе, постоянный рост, как только остановится тренер, сэмпай, сенсей в своем развитии, от него начнут уходить ученики, потому что они не будут от него получать ничего нового, поэтому кёкусинкай карате им нужно заниматься постоянно. Каждый день. Камчатка подключилась у нас к поединкам. Показать кёкушин. Кстати, заметил, приморцы очень часто используют уромаваши, прям очень часто. Но у них фишка тут местная.
вообще не сделали. Те ребята, которые прошли все испытания сегодня на первый дан, сейчас записывают их номера, и продолжится обкатка у нас тех, кто сдает на второй дан и на третий дан. На второй дан у нас сдают 2 спортсмена, и на третий дан на сенсея сдает 1 спортсмен.
там ногами работать. Сейчас встал, ровно, сейчас встал.
еще два боя осталось. Работай! Восьмой поединок. Очень хорошо держится. Осталось совсем немного. Все, закончились поединки. Сейчас общее фотографирование. О, фотографирование Шиханов. Шиханов. Закончились бои. Было жарко. Но, насколько знаю, они все сдали. Спасибо большое ассистентам, которые помогли при обкатке спортсменов. Особенно те, кто сдавали на черный пояс и сдавали на следующий свой дан. В общем, всем спасибо. Для меня это был огромный опыт. Мне очень понравилось. Теперь у меня появилась новая мечта в жизни. Я хочу каждый год приезжать на эти сборы. Я хочу приезжать каждый год на этот турнир, который проходил в Хабаровске. Я влюбился в этот регион. Да, здесь холодно, так же, как у нас. Но здесь очень хорошая атмосфера. Здесь очень общительные, интересные люди.
Здесь можно встретить людей даже вот с другого края земли, с Камчатки, отовсюду. Тут вот и видно весь Дальний Восток. В общем, очень много знакомств и очень большой опыт перенял. Надеюсь, и буду стараться каждый год приезжать теперь сюда. И уже надеюсь со своими учениками, со своими друзьями из Хакасии. Ус!